Опасности ожидают людей не только на дорогах, но и в горах. 10 спасателей из Иркутска принимали участие в поисках туристов, которые попали под лавину на перевале Горелого в Бурятии. Двух выживших путешественников эвакуировали в столицу Прибайкалья. Их транспортировали на вертолете Ми-8. Врачи скорой помощи оценили состояние туристов как удовлетворительное. Всего в группе путешествующих было 5 человек. Трое из них погибли под снегом. Одного после обвала нашли выжившие туристы. Еще двоих обнаружили спасатели. Известно, что группа приехала из Красноярского края. Маршрут похода туристы зарегистрировали в МЧС. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Бурятии.